Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня мы с вами будем кушать вкуснейшие блины маминого производства. Ссылочка будет внизу. У нас это видео набрало, по-моему, 1 600 000 просмотров. И все положительные отзывы. Получаются блины просто идеальные. Вот такие вот. Гляньте, просто гляньте. И давайте приступим. У нас здесь, значит, сгущенка, варенье покупное, которое прям сегодня спустилась, купила. И, конечно же, мои любимые фрукты. У нас это киви. Возьмем немного сгущеночки. Сделаем вот так вот. Мама мне приготовила сгущенку в таком бауле. Я говорю, мама, куда это? Я столько не съем. Там варенье вообще в огромной вареннице. Ну, во влоге вы увидите. Я там показываю. Вчерашний влог в процессе монтажа я просто решила удалить. Почему? Потому что он был неинтересный. Я иногда бываю в шоке. Например, мой последний влог, он набрал почти 30 тысяч просмотров. У меня есть мукбанки, которые тоже набирают 30 тысяч просмотров. Я рада, что вы смотрите влоги. Вот просто они не настолько насыщенные, как бы мне хотелось бы. Вот, поэтому я каждый раз, когда монтирую, думаю, блин, в этот раз еще хуже получилось, в этот раз не так интересно. Мне вообще интереснее самой смотреть какие-то влоги, покупки, там, не знаю, шопинг и все дела. Но сейчас, к сожалению, нету возможности это все организовать, так как все магазины у нас закрыты. Все рестораны закрыты. На улицу просто с разрешением выходим. На 3 часа. И то эти 3 часа я использую на супермаркет. Очень-очень вкусно. Я помню, что-то я взяла разрешение. Пошла на 28-й к врачу. Вот, насчет кожи. Прихожу обратно в сторону автобусов. И там, короче, меня останавливает полицейский и спрашивает, где вы были? Покажите ваше разрешение. Я показываю свое разрешение, оно уже было просрочено. Прошло уже 3 часа. Но у меня на руках была справка, что я была у врача. А врач написал справку, когда я уже выходила, там было, по-моему, 12:40, а он написал 12:50. И, в общем, этот полицейский мне предъявлял, говорил, что здесь написано 12:50, а сейчас на часах 12:48. Как вам врач мог дать справку наперед? Я ему начала объяснять, что если ты мне не веришь, мы можем дойти до моего врача, и ты можешь в клинике выяснить. Заняться мне больше нечем. Мотаться в городу, по городу. Просто так, когда все закрыто. Вообще, я могу назвать себя очень законопослушным гражданином. Гражданкой, потому что я не люблю все эти проблемы. Даже среди своих подруг, там замечаю, девчонки, не знаю, находят какие-то выходы, там, не знаю, что-то придумывают, как 2 раза взять разрешение и все дела. Я думаю, зачем заморачиваться, нельзя так, нельзя. Ну, вышла я на улицу, ну, зачем, если все закрыто? Куда идти, как-то бессмысленно получается. Thank you.
Одежду я вообще в последнее время онлайн не заказываю. Потому что на картинке одно, приходит совершенно другое. Я молчу про Алиэкспресс, вообще даже про другие сайты. Вчера косметику хотела заказать на Beauty Bay. Потом, думаю, еще не придет. А там только доставка стоит $13. Хотелось какую-то крутую палетку себе. У меня же нету косметики. Это болезнь, ребят. Вот многие мне пишут в комментариях, нахрена тебе столько косметики, у тебя все, все есть. Это болезнь. Вчера умываюсь я в ванной, смываю макияж. У меня вообще процесс снятия макияжа занимает кучу времени. Потому что я очень трепетно отношусь к этому. Я использую сначала мицеллярку, потом средство для снятия макияжа, потом сверху еще пенку, потом прохожусь тоником. Я не могу уснуть, если у меня на лице есть хоть грамм косметики. Я смываю просто очень мощно. Я всегда боюсь, что у меня будут забиваться поры. Я смотрела там видео в ютубе. У девчонок такие глубокие поры. Возможно, это наследственно, но все равно я считаю, что если ты наносишь косметику, то обязательно ее надо хорошенько смывать. Вот у меня подруга Шелли, она просто берет влажную салфетку, вот так вот протирает лицо и все. И как вы думаете, в каком состоянии у нее кожа? Она идеальная, просто у нее офигенная кожа. Не то, что прыщика. У Шелли даже нету просто черной точки. Она обычно вообще тон не наносит. Она просто берет консилер, замазывает там круги под глазами. Я, например, наоборот, консилером не пользуюсь, потому что у меня кругов под глазами нету, но то все лицо у меня в ужасном состоянии. Хотя грех жаловаться, иногда, например, я иду куда-то, вижу у кого-то более серьезная проблема, чем у меня. Потом я смотрю на себя и думаю, блин, ну грех жаловаться на самом деле. Но все равно меня это все дело не устраивает. Я хочу, чтобы это все было идеально. Но, к сожалению, пока что такого счастья мне не повелось увидеть на своем лице. О чем я приговорила? Вспомнила. В общем, я умываюсь, и каждый раз, когда я умываюсь, Твикс, он переживает. Не знаю, с чем это связано. Я умываюсь, сначала думала, может, он водички хочет попить. И он начинает мяукать, он стоит рядом со мной и мяукает, 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 пока я умываюсь. Я ему наливаю водичку, он не пьет. Купаюсь, вообще у него истерика. В общем, он там ходил туда-сюда, и вдруг ни с сего просто прыгнул ведро с водой. Я не поняла, зачем он это сделал. И он весь, значит, такой мокрый. Откуда у меня эта штука, сейчас рассказываю. Я уже ложусь спать. Я думаю, сейчас мокрый будет, заболеет. Решила его высушить феном. Вы знаете, изначально он нормально реагировал на фен. Я даже видео вам показывала, по-моему, как я его сушила. Когда только привела Твикса к себе домой. В общем, сушу я этого красавца. И он резко, как дернулся, взял так сильно меня, поцарапал. У меня очень глубокий прям порез. У меня шла кровь, не останавливалась. Вот. Было очень больно. Даже сейчас вот так вот больно шевелить. Я все вытираю, кровь, она еще идет, идет, идет. Короче, он прям конкретно.
Я просто всегда подрезаю ему ноготочки только на передних лапках, а задние лапки, они остаются. И он, получается, вот так вот дернулся так со всей силы. И вот этим вот лапкой он прям мне в кожу. Короче, вот так вот. Но я его не ругала, потому что вина во мне. Зачем его сушить? Или хотя бы надо сушить на низких скоростях фена. Потому что он боится. Обработала рану спиртом. И кое-как легли спать с ним. Блинчики очень вкусные. Напишите в комментариях, есть ли у вас, например, котенок или кошка, например, как он реагирует, когда вы, например, идете в ванну или смываете макияж. Мой как-то странно реагирует. Я иногда закрываю дверь, захожу в ванну и просто умываюсь. И он начинает мяукать, что да, я тоже зайду. Я его приглашаю. И он опять начинает смотреть на меня и мяукать. Ой, ой, как вкусно. Заплела 3 косички уже в этот раз. Получилось очень пышно, но сразу волосы кажутся короткими. Последний. Кто любит блины, ставьте лайк. Обязательно переходите и смотрите рецепт идеальных блинов, который набрал 1 600 000 просмотров. Спасибо, что покушали вместе со мной. Я вас всех очень сильно люблю. Не забывайте подписываться на мой канал. Может быть, для вас это мелочь, для меня безумно приятно. Всех люблю, целую.